Боже, милостив будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешный, помилуй. Достойно есть всякого истину блажить Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувима, славнейшую, воистину Серафим, без исцеления Бога, Слово, рожившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей Матери, Сыну честного животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых, помилуй, прости, яко благ и человека любец. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчеславен согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Сделаем вступление, продолжение темы о том, что для молитвы одно условие нужно, только одно, самое главное. Если кто на тебя что имеет, пойди прежде примирись. Так вот, имеет иногда не один человек, а много. Как говорит Киприан Карфагенский, если одного человека нельзя убить, ну убить, как это? А вот теперь пойти вместе со всем, собраться в полк, в дивизию, то теперь можно идти убивать. Мы как раз эту тему здесь стараемся рассмотреть во свете Библии, как оно будет выглядеть. Называется тема о войне. Посему остается подвергнуть исследованию душевную силу раздражения, когда она, уклонившись от благого употребления негодования, впадет в грех. Много бывает от раздражения греховных дел и всяких зол. Но отцам нашим угодно было, а иных из них не входить во многую подробность, и не признали они, требующие многого попечения, врачевания всех согрешений от раздражения происходящих. То есть, когда человек в раздражении наговорит, потом, ой, прости, а тем более здесь, во время войны. Писание возбраняет не только легкую рану наносить, но и всякое злоречие или хуление. Колоссянам 3.8, Ефесянам 4.31. И все подобное от раздражения происходящее. Но они только против злодеяния убийств положили предохранение в епитимьях, в доказаниях церковных. Разделяется же сие злодеяние по различию убийства, вольного и невольного. Ну, вольное умышленно, а невольное так случилось. Вольное убийство, во-первых, есть то, на которое с намерением дерзнул решившийся на сие самое злодеяние. Да совершит оное. Во-вторых, и то полагается между вольными убийствами, когда кто в сопротивоборстве бьет и, будучи бьем, наносит рукой удар в некое опасное место. Ибо единый, яростью объятый и стремлению гнева предавшийся, во время страсти не приемлет в ум ничего могущего остановить зло. Итак, убийство, происшедшее от сопротивоборства, приписуется действию произвола, а не случая, но специально для этого пошел. Невольным же убийство имеет известные признаки, когда кто, имея в намерении нечто другое, случайно учинит тяжкое зло. Из сих вольное убийство, умышленное, требует троякого протяжения времени, то есть в три раза больше срок наказания эпитимии. Причащаться нельзя. Для тех, которые обращением врачуют произвольное преступление врачению. Сегодня как?
Священник говорит, а почему эпитемии-то нету никакой? Человек кается, ну как кается-то? Ну, что-то перечисляет. Покаяния-то нет никакого. Покаяние – это внутреннее сокрушение. Покаяние – это гнев, направленный вовнутрь, вот так сказать, на самого себя. Нет ничего. Кто бы ни пришел, накрыл партуком этим и Петрохилию, все идет. Иоанн Златоуст про это говорит. Это два самоубийцы. Если священник не накладывает эпитемию наказания, то гибнет и он, и того, кого допускает. Поэтому у нас в церкви идет разбой. Поэтому я называю это состояние в церкви скотомогильник. Скотомогильник – это дохлую скотину, куда вывозят, там что-то закапывают, что-то бросают, птицы там клюют и все. Господь говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. К погибшим овцы валяются. Когда я не разумел, я как скот был пред тобою, говорит Давид. Невольное же убийство имеет известные признаки, когда кто, имея в намерении нечто другое, случайно учинит тяжкое зло. Для них полагается 3 девятилетия. 3×9 – 27 лет. 3 девятилетия с назначением по 9 лет на каждой степени покаяния. Ну нет ничего этого, нету, ни в одном храме нету, нету. Ни сегодня, ни вчера, ни 1000 лет нигде нету. А это никто не отменял. Они что придумали? Да это временно, это то другое. Священники. Какие они? Ну, неверующие. Священники-то совершенно неверующие. Если нет никакого наказания, это значит, вся страна превратилась в притон. Ну, уберите у себя там полиция, там милиции. Что будет-то? Группы сразу составятся. Как в смутное время, там 1612 год, банды гуляли. Каждый наберет себе компанию, между собой они бьются, кто кого победит, дальше на остальных накладывают налог. Невольное убийство имеет известные признаки. И вот. Кающийся проводит 9-летнее время в совершенном отлучении, с преграждением ему входа в церковь. То есть первые 9 лет ему нельзя даже в храм заходить. Так а на улице дождь, снег, вот он опускает на голову, все себя получает. А он не будет ходить. Ну, это его дело, это выбор, все. Сегодня священники что боятся? Так если я эпитемию наложу, так никого у меня и не будет в храме. Он заботится об утробе своей. Он безбожник. Столько же других лет, 9, да пребудет в степени слушающих, сподобляясь только слушания учителей и писаний. А в 3-м девятилетии, 9 лет, да молится с припадающему в покаянии. Вот, а посему, поэтому за этим временем, 3×9 – 27 лет, да приступает к общению святых тайн. Другого-то оружия не было. А почему? Ну, это самое страшное было. Явно же есть, яко и за таковым тоже наблюдение иметь будет домостроительствующий в церкви, то есть священник-епископ. И по усмотрению обращения сократится для него продление эпитемии. Вот он плачет, стоит, всех просит помолиться, милостыню. Тогда сокращается. Вместо 9 на каждой степени покаяния положится или 8, или 7, или 6, или только 5 лет. Если великостью покаяния упреждает он время и ревностью в исправлении себя, превосходит тех, которые в продолжительное время менее деятельно ощущают себя от скверн. Вот это была жизнь церкви. Наблюдали все, записывали. И потом, вот как сейчас, допустим, замещания нет у человека, а он сидит, ему большой срок. Вот полсрока отсидел, он может подавать на помилование. И разбирает комиссия. При президенте комиссия-то была. Специальная комиссия, составленная из разных специальности, главное, это юристы. Ну, много ли было? Да немного, но однако были такие, которых освобождали раньше времени. А то сегодня есть. Невольное убийство признано достойным снисхождения, но не похвальным. Это сказал я, дабы явным сотворить. Яко если кто, хотя невольно будет осквернен убийством, такового, как уже соделавшегося нечистым, через нечистое дело, правило признало недостойным священнической благодати. Вот священник
там пятился машина, где-то ребенок был, он задавил его, все. Больше он должен вылезти из машины, снять с себя рясу, и больше он ее кончилось дело. Он больше никогда не будет никого благословлять, не будет служить, ничего нет. Но в алтарь может заходить, одежду даже носить. Каликое же время назначено для очищения просто блуда. То есть какое время для блудника? Такое же заблагорассуждено положить и для невольных убийц. Притом с рассмотрением и здесь расположение кающегося. Таким образом, если будет истинное обращение, то да не соблюдается число лет, но с сокращением времени доведется кающийся к возвращению в церковь и к причастию святых тайн. Но даже наполовину у самых сильно кающихся не сокращается. На год, на два, на три и даже на четыре. С 9 до 5 лет может дойти. Если же кто, не исполнив времени покаяния, определенного правилами, отходит от жизни, ну, болеет в реанимации, то человеколюбие отцов на соборе повелевает да причаститься святых тайн, и да не без напутствия отпущен будет воное последнее и дальнее странствие. Последнее и дальнее странствие. Но если, причастившись святых тайн, и снова возвратиться к жизни, вот бывает, ему полегшило и встал, а уже причастился, да ожидает исполнения означенного времени, находясь на той ступени, на которой был прежде данного ему по нужде приобщения. То есть снова ему оставалось 20 лет, и он сразу возвращается, и все, его опять на улицу, и опять будет стоять. А не так, что ради болезни, ну все равно ж причастился, что делать. Это правило, книга правил Григорий Ниский, 5-е правило, вот его надо запомнить. Вот такое оно большое, пространное. Григорий Ниский, 2 буквы С, Ниский, это родной брат Василия Великого. Ну, а разбойники нападают. Ну, от разбойников можно убежать, звать на помощь или обезоружить, но не убивать. 21 октября житие Илларион прятался от разбойников, и Бог спасал. 12 мая Епифаний. 3 месяца водили его с собой в плену разбойники. И он сказал о них: о, это демоны в человеческом образе. Демоны в человеческом образе. Ну а разве можно так сказать? Ну, это я жития считаю. Никак-то. Можно выходит. Из разбойников получались иногда даже святые на кресте рядом со Христом. Или вот 28 августа Моисей Мурин. Громадного роста. Однажды напали разбойники, там, где в пустыне были, там, но он их там покрутил всех, двоих, и взял, связал их, как вязанку, через плечо перекинул и понес туда каве своем, еще с ними делать. Давид, разбойник, 6 мая. Вот Бог коснулся сердца, и он стал каяться, о чем поет Шаляпин. Жило 12 разбойников, жил Кудеяр-атаман. Много разбойники пролили крови христи, святых христиан, как он из-под Киева девицу выкрал, а потом совесть Бог пробудил. И вот Давид этот пробудился, пришел в монастырь и стучит. Кто? Я пришел в монастырь. Ну кто ты такой? Я разбойник. Он говорит: я посоветуюсь, иди советуйся, да открывайте скорее, а то я сейчас соберу опять своих товарищей, разграбим весь монастырь и вас перебьем. Он говорит: а монастырь так не просится, чтобы с угрозой. Так, ты еще пришел-то грабить, так не обманывай. А он на самом деле так пришел. Ему Бог наказание дал, он сильно матерился, видать, и Бог его уста закрыл. И он не может ни одного слова сказать. И он тогда: давай вопиять: Господи, ну когда я матерился, ты уста мои не закрывал. А вот теперь я Бога хочу славить, молиться, и ни одного слова сказать не могу. И Господь его пощадил. Вот когда молиться будешь говорить, проповедовать будешь говорить. А как плохое, у тебя уста закроются выборочно, не как вот Захария, сын Иоанна, это отец Иоанна Крестителя. Варвар. Варвар – это имя. Вот Варвара есть, Варвар. Варвар. 4 июня житие. Тот ничего не придумал, простил меня Бог или нет. Он был злодей такой, около 300 человек зарезал. 4 священника убил. И он встал на колени
Его звери приняли в свою компанию, у него волос вырос такой. А охотники думали, это зверь, и убили его стрелами. Зосима, этот всегда перед причастием видел убитого им мальчика. Как подходит причащаться, мальчик говорит, а за что ты меня убил? И он не мог вытерпеть и пошел, сдался властям. Ну и власти казнили его. Приход разбойников заканчивался убийством верующих или тяжким избиением. 24 мая Никита, 7 октября Сергий Нуромский, 6 января Павел Камельский. Это я по житиям святых показываю. Много раз Павел, говорит, был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. 2 Коринфянам 11:26. 24 сентября Никандр, 26 августа Адриан, 14 декабря Иларион Суздальский, 2 января Серафим Саровский и 5 августа Иову Щельский. То есть говорится об опасностях, как разбойники нападали, били, и Бог спасал их. Некоторые погибали. Иногда воров и разбойников кормили и обращали к Богу. Вот я сказала, а где известно? 3 мая Феодосий, 1 октября Савва Вишерский напугал их силой своей. 12 декабря Спиридон, 9 июля Коприй, 19 января Макарий Египетский сам помогал вору забрать свое, грузил ему в тачку. 8 августа Мирон, 12 апреля Исаак Сирин, 21 июля Симеон Юродивый, 2 октября Андрей Юродивый, 8 января Григорий Пещерский, это 1 мая, Пафнутий. Воры не могли уйти с похищенным. 24 сентября Никандр, не раз укравшие, тут же погибали, пораженные Богом. Это 7 февраля Лука, 3 мая Феодосий, 24 октября Арефа, 6 марта Иов Анзерский, 10 июня Силуан Киевский. Воры 3 дня не могли двинуться с места. Это все считаем для того, чтобы ты понял, сколько у Бога средств бороться с преступниками. Не надо убивать, не убивай. А я говорю вам, то есть новое совершенно в противовес, иначе чем бы было сказано живущим в древние времена, иначе. Тем было порази врага на подступах к границе, обманом проникни в их стан, отсеки голову военачальнику. А я говорю вам, молитесь за обижающих, накорми голодного врага, утоли его жажду. Люди мира, патриоты земного отечества скажут, даже предательство, разложение армии, гибель нации, к чему мы придем? Отвечаю, к чему мы пришли, мы это видим. Ибо делали все вопреки Нагорной проповеди Христа. А как будет, если в Духе Святом жить? Этого не видели. Потому и кажется так нам, а я говорю вам, неисполнимым кажется утопией, потому что эти Христовы заповеди не для невозрожденных номинальных христиан, а для рожденных свыше. Верующему все возможно, ибо с распятием Христа наступило тысячелетнее царство Его на земле. Откровение 20 глава 4 стих. И волк будет жить вместе с ягненком, и барс лежать вместе с козленком. Исаия 11 глава. И будет он судить народы и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, на плуги, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и более не будут учиться воевать. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Михея 4:3. Ну и пока на этом все. Вот такое сделали вступление, немалое. Так, сейчас убираю это. Вот так.
Что? Что там у меня тут маленько не так? Маленечко, чуть-чуть подождал. Так, как же так? Ну ладно, закрою пока. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко николи же благое сотвори пред Тобою. Но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь попеем Ти сильный. Свят, свят, святости Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Отодра и сна возвил меня, если Господи, ум мой просвети, и сердце усними, и отверзи во еже петь, Святая Троица! Свят, свят, святости Боже, Богородицу и помилуй нас! И ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Внезапно судья приидет, и каегожда деяния обнажатся, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Боже, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многие ради Твоя благости и долготерпения, не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззакония моими, но человеколюбствовал и все обычные, в нищании лежащего воздвиг меня еси. Вое же утренне славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, получайтеся словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве, Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Восемьдесят пятый псалом. Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благовею перед Тобою.
Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли глас умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся перед Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя перед собою. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона, более всех селений Якова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающий меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопию скажут, такой-то родился там. О Сионе же будут говорить, такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там, и поющие, играющие, все источники мои в тебе. Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью перед тобою. Да внемлет пред лицо твое молитва моя, преклони ухо твое к молению моему. Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящим в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитый, лежащий в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготила на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к тебе, Господи, простирал к тебе руки мои. Разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? Или во гробе будет возвещаема милость твоя и истина твоя вместе тления? Разве во мраке познаю чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебе. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истоеваю от юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружает меня, как вода, облегает меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос, по своей многолюбви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедроток и неизречены милости. Ибо ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в тебя спасает отчаявшийся, то верую спаси меня, ибо ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно найти дел, оправдывающих меня. Но эта вера да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастника славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня Твоих рук и оградой, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, а чрево матери моей. Сподобай меня, Господи, возлюбить Тебя теперь та же, как возлюбил я когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. 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 Святой ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону починить мне все преобладания твоего смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, удалится скверные, лукавые и хульные помыслы из языка моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я, Бог, несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честнага животворящего Христа Господня, не оставь меня грешного, уповающего на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивные дары, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, родителей, сродников, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священного Ирея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила,
Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Липия, Андрея, Владимира, Максима, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Бенедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический, иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и дай нам еще священника, если угодно тебе, смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через их сотвори благое церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, и где война идет. Научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для сего дай нам добрых помощников, наставников и советников, и сохрани нас от всякого зла в этом дне. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, и сохрани нас здесь исцеление наше от пожара, от воров, от нечистой силы. Аллилуйя, и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа. И пришли добрых жителей с детьми, чтобы сохранить школу. Аллилуйя, спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чада, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Минорию. И расширь пределы общин, побуди всех на благовестие, найди новые души. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Чада, Валентину, Алексея. Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. Воззри на угрозы врагов, на их ложь, поношение. Останови их, и в судный день не помяни их безумие им, не дай им погибнуть в ожесточении сердца. Господи, благослови благодетелей наших, воздай им добром. Елену, Евгения, Евгения, Наталью, Максима, Владимира. Посети болящих, пошли им исцеление. Укрепи надеющихся на Тебя, Христе Божий наш. Сергея, Алексея, Алексея, Александра, 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 Анну, Данилу, Игоря, Калерию, Акелину, Марию, Василия. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо в свое время все будет на пользу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря, путешествующих Раиса, Льва, отступников, Николая, Михаила, и ты всех их знаешь. Господи, Владыка, откройся в истине Твоей и обрати на путь покаяния Германа, Александра и Самири Дары, веру в Тебя, как Спасителя мира. Узри ее добрые дела. Аллилуйя! Господи, найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Ты единый вещий Спаситель наш. Аллилуйя! Найди, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина и наше сокровище сайта и форума, трудящийся на нем Игорь, Игорь, Дмитрий, Виктор, Дмитрий. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы родителей, сродников, и всех православных христиан, и сотвори им вечную память, вечный покой,
и за Симу, помяни новопредставленного. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче! Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет Ты спасал от видимых и невидимых опасностей. Не покинь смертный час, когда душа будет разлучаться с телом. И проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И каждому даруй жилье Сергею Гавриилу, дабы никогда нам не роптать, никому не завидовать, во всем полагаясь на Тебя, Христе Боже наш. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Моли Бога о нас, святитель Христов Никола, мир ликийский, чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрах и пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры, и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие. Аллилуйя! Святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирнский, Юстин, Философ, Косма и Дамиян, Андрей, Стратилат и Ирон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веру, истреби из них недоброе, устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский и Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит нас Господь в святой православной вере, а замысл ретиков разрушь и развей, в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, в
Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера Надежда Любовь, Матерь София Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник Июния, Киприяна Устина. Да дарует Господь послушание и молчание женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины семейства ее, Евгения и Надежды, Надежды Светланы, Марии Раисова, Ларисы, Марины Юлии, Людмилы, Галины и Анны. И прими, Господи, нашу молитву, и воздеяние рук, как жертву вечернюю, и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи Боже наш. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, услыши и исполни молитву всех, молящихся о благе нашем. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Владыка, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дожми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за святую возможность предстоять пред Тобою, что возбудил от сна. Да будет между нами мир, любовь и согласие. Господи, положи на сердце всем, кто что-то имеет на нас, простить нас, и мы прощаем всем. Благослови нас в радости окончить пост и встретить Пасху Христову. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, сребролюбия, не дожми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вот добрым утром. У нас такой порядок. Утром мы создаем ролик «События дня». И поэтому я вас сейчас отключу минуты на полторы-две, а потом включу. Вот сейчас брат Владимир устанавливает здесь, и мы будем... Часовая у нас эта программа. А после этого будет получасовая, мы начитываем, заканчиваем считать толкование Нового Завета, с Блаженного Феофилакта. Ну, кто... Кому где-то в другой период там времени, отдыхайте после молитвы, ложитесь. И особенно те, которые за рулем будут. Вы должны, ну, как-то для сна выделять время, чтобы не случилось аварии на дороге. Все, я сейчас отключаю, а потом включу.